Соорганизатор проекта – Ярославский государственный университет имени Демидова. ЯРГУ – опорный вуз региона, успешно реализует инновационные, научно-технические и социальные проекты. Программа развития вуза получила в этом году федеральное финансирование. Первый Ярославский готов подвести итоги этого четверга. В эфире специальный проект «Информационный опен-эйр» в импровизированной студии на высоте птичьего полета в Заволжском районе Ярославля. Иван Уваров о самом главном прямо сейчас. Крупный пожар в Ярославле. Рядом со сгоревшим и уже обрушившимся зданием, буквально в нескольких метрах, еще один такой же дом. В Дзержинском районе вспыхнули два многоквартирных дома. Эксклюзивные кадры с места ЧП в материале репортеров «Дня в событиях». Легендарный спектакль легендарного театра на легендарных подмостках. Ну, это великий мастер. Международный Волковский фестиваль стартовал со знаменитой постановки Юрия Любимова. В этот вечер имя мастера звучало практически из каждых уст. Уличное искусство или вандализм? Наш город превращается прям-таки в пряничную провинцию. В Ярославле прошел рейд по настенной живописи. Итак, два многоквартирных дома в Норском охвачены огнем. Зарево видно даже в соседних микрорайонах. Жители окрестных домов без электричества. Вот такой выдалась ночь на улице Балашова. Но спокойствия там нет уже давно. В причинах и следствиях разбиралась Ксения Власова. Огонь распространяется молниеносно. Пламенем охвачены два дома. Екатерина Софиулина смотрит, как догорает ее бывшее жилище. Вот в этом бараке жила, который сейчас совсем уже сгорел. Ехали 2 недели назад оттуда. Оба горящих дома сейчас расселены. По словам очевидцев, сначала вспыхнул один, а через час второй. На место происшествия приезжает уже 7-й пожарный расчет. На данный момент времени предполагаю разные версии, в том числе поджог. Остановить огонь удалось только через 5 часов. Проливка шла всю ночь. Рядом со сгоревшим и уже обрушившимся зданием, буквально в нескольких метрах, еще один такой же дом, огороженный хрупким забором. Всего по этой линии на улице Балашова 5 таких домов. И очевидцы уверяют, каждый из них горел уже не по разу. Этот мужчина с фонариком в руках — Сергей Волков. Он в буквальном смысле охраняет пустующие дома, обходит бараки по ночам. И не зря. Ведь случилось то, чего он и опасался. Его жилье от сгоревшего дотла дома отделяет такой же расселенный. И однажды беда была совсем близко. Когда горел 10-й дом, искры летели именно в эту сторону. Вернуть спокойствие жителей, говорит Сергей Волков, может только одно – снос пустующих домов. С этой просьбой он уже обращался в Дзержинскую администрацию, мэрию и даже прокуратуру. Все вопросы и ответы в этой подборке писем и камень преткновения – бюрократические проволочки. До настоящего времени решение о сносе дома не принято в связи с тем, что не все граждане сняты с регистрационного учета. А дополнительно сообщают, на снос нет денег, зато теперь средства придется найти на восстановление электроснабжения. Огромные языки пламени повредили провода, без электричества осталось более 5 домов. Все горит, столбы горят, линия оплавилась, все упало. По станции отключено, сейчас не электричество, на линии нет, все отключено. Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливают, а тем временем Сергей Волков запасается водой и готовит шланги на случай, если ближайший к нему заброшенный дом также заполыхает. Ксения Власова, Георгий Колчин, Олег Лушников. День в событиях. Ну а тем временем Ярославль готовится к ралли исторических автомобилей. ВАЗ-2101 74 года выпуска, Хадсон 37 года и редкая Волга ГАЗ-21Л. К участию допускаются только машины старше 30 лет. Вся техника в прекрасной форме, потому что ей предстоит преодолевать грунтовые спецучастки и ориентирование по карте. За подготовкой к соревнованиям тех, кому за 30, наблюдал Артем Петрожицкий. У каждого свои яркие впечатления с детства. Тарас Сидорин с теплотой вспоминает, как сидел на коленях у отца в новенькой 21-й «Волге». Я помню этот большой руль белый, помню, как его тяжело крутить было. Это первые мои вспоминания. Ну, время подошло, я долго искал этот автомобиль. Случайно оказавшись на сборах сына в Нижнем Новгороде, Тарас увидел объявление о продаже «Волги». Такой же, как в детстве. Купил, 2 года потратил на реконструкцию. И теперь белая «Ласточка» 64-го года выпуска в идеальном состоянии исследует дороги России.
Эту машину мечтал купить один немец. Предлагал за нее несколько миллионов рублей, почти уговорил хозяина, но оказалось, чтобы вывести «Волгу» из страны, ее официально надо признать культурной ценностью. В таком случае любое передвижение бы на ней было запрещено, и смогла бы она храниться только в музее в качестве экспоната. Сделка по итогу так и не состоялась. И сейчас его машина вместе с другой раритетной техникой на Советской площади. Команда проходит инструктаж по подготовке к ралли исторических автомобилей «Ярославль-2017». Автопробег по нашему региону запланирован на предстоящие выходные. Ожидается около 25 участников. Главное условие – машине должно быть больше 30 лет. Это соревнование – преемник ралли «Медведь» и «Золотая осень», которые проходили в Ярославле практически с середины прошлого века. Мы приглашаем к участию, стараемся приглашать те автомобили, которые участвовали вот в этих вот наших ярославских старинных ралли. Это советская классика, это «Жигули», «Москвичи», «Волга», «Победа», «Запорожец». Общая дистанция, которую предстоит преодолеть за 2 дня, более 200 километров. Ралли проходит не на скорость, а на правильность прохождения маршрута и включает в себя спецучастки, остановки в городах и ориентирование на местности. Так что точный путь классических автомобилей знает лишь главный судья. Артем Петрожицкий, Евгений Бушуев. День в событиях. Ну и вот здесь у меня возникает вопрос, а готовы ли к этому автопробегу ярославские магистрали? Сейчас масштабный ремонт ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Один из последних объектов в областном центре, на который поступало много жалоб от горожан, это улица Некрасова. Сейчас там укладывают асфальт, уже поставлен новый бордюрный камень, наполовину заменили инженерные коммуникации. Стоимость ремонта 16 миллионов рублей. Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 29 городских магистралей, включая улицы Свердлова, Тургенева, Лисицына и Володарского. Окончание ремонта назначено на 28 сентября. Что будет еще дополнительно? Ну, естественно, разметка в пластике, дорожные знаки, пешеходные переходы. Это то, что будет на этой улице сделано. Нареканий по подрядчику, по работам нет. В принципе, все ровно, хорошо. Качество асфальта устраивает. Все пробы положительные. Тем временем ярославские компании выходят на международный рынок. Речь идет о производителях 3D-принтеров. Один из них предоставил свою технику для строительства отеля в Копенгагене. Площадь здания составит 50 квадратных метров. Отель будет расположен в портовой зоне города вблизи причала круизных лайнеров. Фундамент уже заложен, идет печать стен. Именно 3D-принтер ярославского производства – единственный образец подобной техники, применяемый для печати зданий в Европе. В дальнейшем датские предприниматели намерены оказывать строительные услуги по печати небольших зданий именно на ярославской технике. Это фирма, которая решила построить первый в Европе дом в ЕС и проехала всех тех, кто в той или иной степени касается 3D-печати строительной, и купила оборудование у нас. Но это, наверное, не случайно, потому что на настоящий день в мире у нас позиция немножко уникальна. Мы единственные производители серийного оборудования строительной печати. А вот в Ростове сегодня состоялась инаугурация главы Ростовского района Алексея Константинова. На мероприятие прибыл избранный губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Какое напутствие он дал новоиспеченному руководителю района? Самые яркие кадры с мероприятия прямо сейчас. При осуществлении своих полномочий обязуюсь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и региональное законодательство, устав, муниципальные и правовые акты Ростовского муниципального района. Развитие туризма и создание туристической инфраструктуры должно быть одним из приоритетов в деятельности администрации. В числе первоочередных задач это обновление городской среды, наведение порядка в городе и реставрация его уникальнейших памятников. Озеро Нера. На 2018 год запланирован второй этап работ по его реабилитации. Министерство природных ресурсов и экологии России выделяет для этого 82 миллиона рублей. Мы стараемся сделать город чище, сделать город лучше. У нас большие планы по восстановлению архитектурных особенностей города. Присутствуют обычные житейские проблемы, то есть проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которые мы тоже будем решать в ближайшее время. Одна из основных задач – очистить озеро Нера.
А вот в Данилове к новому учебному году отремонтировали стадион. Это один из самых важных спортивных объектов города. Там тренируются 4 футбольные и 2 хоккейные команды, а также воспитанники 5 учебных заведений. Рабочее состояние площадки жители и власти поддерживали своими силами, но денег не хватало. Теперь стадион не узнать. Репортаж Светланы Доброхотовой. Новые трибуны и асфальт. Так теперь выглядит стадион «Даниловец». Место притяжения молодежи еще несколько месяцев назад сложно было назвать спортивной площадкой. А теперь здесь проходят областные первенства по футболу, и школьники приходят на занятия по физкультуре. Я очень представляю свою жизнь без спорта, потому что это стало нашей стилем жизни, потому что в детстве мы выбрали его, а теперь уже без этого никак. Вот. Это нам дает подготовку, то есть много сил во время учебы. Ремонт стадиона «Даниловец» стал возможен благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе». В марте за включение площадки в план реконструкции проголосовали большинство жителей и победили. Стоимость работ превысила 3 миллиона рублей. Наконец-то дождались. Старые трибуны были разобраны. В рамках проекта у нас планировалась установка новых трибун на 300 посадочных мест, асфальтирование беговой дорожки, 300 метров беговой дорожки, входная часть стадиона. Вот, все работы на данный момент выполнены. Работы выполнены и на еще одном объекте. Это благоустройство двора на улице Петербургской. 30 лет придомовая территория не видела ремонта, а сейчас двор перешагнул 21 век. Строительные работы закончены, теперь нужно прикладывать ручки, озеленять, цветочки сажать, покрасить конструкции некоторые. В проект «Решаем вместе» Даниловский район включился активно. В программе участвовало 4 объекта. Благодаря проекту «Решаем вместе» наш город молодеет, преображается, и мы видим, что наши жители, даниловцы, поддерживают нас и благодарны вот за эти работы, которые проводятся. И уже мы строим планы на будущее по благоустройству других дворовых территорий. Стадионы, благоустроенные дворы уже официально сданы. Вскоре работы завершатся еще на 2 объектах. Светлана Доброхотова, Марина Борбат. День в событиях. Знаменитым на всю страну стал школьник из Ярославля. 9-летний Миша Зубцов – лучший гид по версии Русского географического общества. Он выиграл всероссийский конкурс. Школьник из Ярославля стал победителем в номинации «Гид-любитель до 18 лет». Сегодня Миша Зубов вместе со своей мамой пришел в студию телеканала «Первый Ярославский», чтобы поделиться впечатлениями от победы. Ролик про исторический центр столицы Золотого кольца набрал сотни просмотров в социальных сетях. Команда семьи Зубцовых работала над сценарием в течение недели. Еще несколько дней заняли съемки и монтаж. В ролике Миша рассказала об известных достопримечательностях Ярославля. Это Стрелка, Медведь и Ярослав Мудрый. Сам Миша в будущем хочет стать дипломатом. Для этого активно изучает географию и иностранные языки. Там шла реклама об этом конкурсе. Ну и решение само принялось. Мы решили, что не снимать же где-нибудь там. В центре надо снять. И решили там подходящее место подобрали и решили там снимать. Ну, вообще-то было все в 5 точках, и 4 из них на улице было. Мы специально медведей выбирали. Итак, продолжаем. Перезагрузка «Золотого кольца России» станет ключевой темой туристического форума «Визит Раша». Начало диалога об актуальности этой истории было положено еще в августе при создании Союза городов «Золотого кольца». Участники форума начнут проработку основных вопросов и механизмов предстоящей работы. Как это будет, узнаем прямо сейчас. Мы в этом году рассматриваем культурные реконструкции различного формата. Гастрономические, исторические, музейные, театральные, все реконструкции как инструмент создания конкурентоспособного туристского события. Еще одна сессия очень интересная будет про инвестирование, как работать с инвесторами, как правильно оценивать свои активы, как правильно формировать цену и предложение инвестору. Мы у себя собираем профессиональное сообщество, будем обсуждать вопросы маркетинга, брендирования территории, вопросы построения новых маршрутов. Ну, то есть обсуждать вопросы, актуальные далеко не только для Ярославской области, а в целом для профессионального туристического сообщества всей страны. Ну а теперь давайте немного о культуре поговорим, потому что старт театральной осени сегодня дан в Ярославском регионе. Открылся международный Волковский фестиваль, и он стартовал с постановки нашего земляка, известного режиссера Юрия Любимова. Это спектакль «Добрый человек» из Сизуана, спектакль «Визитная карточка» театра на Таганке. Именно с этой постановки когда-то и начался театр. Кстати, жизни и творчеству мастера Любимова посвящена фотовыставка в фойе Первого Русского.
В чем причина такого внимания к персоне Юрия Любимова и как прошел первый день фестиваля, расскажет Александра Панкратова. Юрий Любимов на репетиции спектакля. Юрий Любимов и поэт Евгений Евтушенко. Именно с постановки нашего земляка Юрия Любимова «Добрый человек из Сизуана» началась настоящая жизнь Московского театра на Таганке. И именно этот спектакль открывает 18-й международный Волковский фестиваль. Ну, это великий мастер. Когда были в Москве, всегда стремились попасть. Ну, хоть и трудно это было, но как-то так попадали. Лию Дмитриевну и Валентину Михайловну объединил театр. Женщины не пропустили ни одного Волковского фестиваля. У искушенных театралок есть уже свои традиции. В день открытия они дарят друг другу подарки. Ну, много было спектаклей разных. Некоторые, конечно, и запомнились. Ну, сейчас даже так на вскидку трудно сказать. Но я очень люблю Чехова, поэтому все, что связано с Чеховым, мне тоже нравится. 12 спектаклей, 10 фестивальных дней. Эксперты уже говорят о новаторстве и удивительных экспериментах именно этого фестиваля. Сюда приедут театры, которые вообще никогда на Волжском фестивале не участвовали. Это культовая площадка Москвы, театр ДОК, где спектакль будет проходить в городском пространстве. И самое интересное, главная интрига, да, что даже сами участники не знают, где он будет проходить. Пока только волнение, да. Надежда, что все пройдет хорошо, театры покажутся интересными, зрители останутся довольными. На подмостках Первого русского Сербия, Болгария последняя представит свое видение чеховского вишневого сада. Также впервые в фестивале принимает участие театр из Татарстана. Мы очень рады, что вот нас избрали, увидели и оценили наш труд. Такой долгий, наших артистов, наших труппы. Только на татарском языке играем, и «Банкрот» тоже спектакль будет на татарском языке. Синхронный перевод или титрами будет на русский язык. По традиции в день открытия вручается премия правительства России имени Федора Волкова. Один из лауреатов – художественный руководитель Вологодского областного театра для детей и молодежи Борис Гранатов. В Ярославль приехал не только за наградой, но и показать премьерный спектакль прошлого года. «Вампилова» мы ставим не впервые. У нас старший сын в репертуаре. А лет 20 тому назад я поставил прошлым летом в Чулимске спектакль по пьесе «Вампилова». Я очень люблю «Вампилова» и «Чехова». Почетные награды лауреаты – это Борис Гранатов, еще два театра из Казани и Карелии получают из рук избранного губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. У нас уникальнейшая возможность есть во время проведения фестиваля познакомиться и оценить творчество лучших театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, а также театральных коллективов с других городов, необъятной нашей России. Завершится Волковский фестиваль 24 сентября спектаклем «Гроза, гроза» театра нации по пьесе Островского. Зрители эту постановку ждут с особым предвкушением. Режиссер Евгений Марчелли. Александр Панкратов, Сергей Ватин. День в событиях. Первый Ярославский информационный опен-эйр. Сегодня мы работаем на крыше 7-го корпуса Демидовского университета. Демидовский лицей и РГУ приглашают на курсы довузовской подготовки, мастер-классы, конкурсы проектов, олимпиады для школьников. Информация на официальном сайте ЯРГУ. ЯРГУ – опорный вуз региона. Успешно реализует инновационные, научно-технические и социальные проекты. Программа развития вуза получила в этом году федеральное финансирование. Ну а сейчас о других заметных событиях этого четверга. Просыпайтесь, они возвращаются. 18 сентября ровно в 7 утра ваши любимые ведущие утреннего телерадиошоу «Первая студия» начнут работу. Новые декорации, веселые розыгрыши и только прямой эфир. Утренняя редакция подготовила для вас много сюрпризов, поэтому не проспите. 18 сентября ровно в 7 утра. Ну а сейчас ведущая «Первой студии» Диляра Байбикова расскажет, от чего старт нового сезона проекта вам пришлось так долго ждать. Друзья, вот все думаете, почему не начинается новый сезон «Первой студии»? Потому что ведущие «Первой студии» приводят себя в порядок после лета. Как вы видите, я пока в спортзале одна. Надеюсь, мои коллеги присоединятся, поэтому пару дней мы еще точно не начнем. Ну а серьезно, совсем скоро увидимся в новом сезоне на Первом Ярославском. Пока! И премьера на Первом Ярославском в эту субботу, 16 сентября, в 10:30 утра. Смотрите программу «Семейный круг». Итоги летней детской оздоровительной кампании, в том числе и отдых особенных детей. Специальное интервью с начальником управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Мариной Башмашниковой. «Семейный круг. Традиционные семейные ценности на главном областном». И это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать. Через пару минут продолжу, и вот что увидите дальше.
Уличное искусство или вандализм? Наш город превращается прям-таки в пряничную провинцию. В Ярославле прошел рейд по настенной живописи. Волейбольный Ярославич встретился с болельщиками и презентовал обновленный состав команды. С новыми лицами познакомимся после короткой рекламы. Современные методы диагностики и реабилитации теперь доступны каждому. Центр спортивной медицины «Локомотив», проспект Фрунзе, 50, телефон 23-14-00. «Мультикосмос», Ярославль, концертно-зрелищный центр «Миллениум», 27 сентября, 13.00, 16.00, 19.00. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Даже боги спускаются с небес, чтобы выспаться на наших матрасах. Матрасы «Стронг» от ИК «Тандем», третий этаж, телефон 90-60-99. Швейцарское качество еще никогда не было так близко. Имплантация швейцарскими имплантами в Центре профессиональной стоматологии по цене 31 900 рублей. А ваш ребенок готов к экзаменам? Запишитесь прямо сейчас на сайте ЕГЭ-центр76, и мы вернем 20% от стоимости обучения. 17 сентября, в день рождения текстильного центра «Рио», группа «Рождество» с лучшими хитами. Будет весело. Мы будем петь старые новые песни, отвечать на ваши вопросы. Я буду читать для вас стихотворение, если для вас это интересно. 17 часов у фонтана на первом этаже. Мы вас ждем с хорошими песнями. Группа «Рождество», Геннадий Селезнев. До встречи. ЖК «Ярославский». Шестиэтажные дома с грузопассажирскими лифтами. 33-22-00. Рим-премьер-отель представляет современные конференц-залы, различные варианты рассадки, новейшее оборудование и синхронный перевод. Это лучшие залы для конференций и торжеств в Рим-премьер-отеле. Либридерм, сироцин, апрыще номер один. Окунитесь в мир восточной сказки на выставке продажи товаров из Индии и Пакистана. Best of India. С 15 по 24 сентября в выставочном центре «Старый город». Всех покупателей ждет розыгрыш призов. Вся жизнь 76-го региона в красках и деталях только на Первом Ярославском. Это информационный опен-эйр. Продолжаем подводить итоги этого четверга. Итак, ну а теперь давайте перенесемся в Заволжский район, потому что там жители активно занимаются благоустройством придомовой территории, тем самым помогают своей управляющей компании. Многие из них побеждают в городских конкурсах. Лучшие дворы увидели мои коллеги. Причудливые зверюшки выглядывают из густой зелени. Цветы радуют глаз. Творец великолепия Роман Исмагилов. На участке все сделал своими руками. И петуха также вон железо достал, нарисовал. Вот петуха ведь в этом году-то ведь. Обвел его карандашом-то и ножницами пошел. И вот разрисовал, вот и петух. Клумбы цветут и пахнут и у 90-го дома на проспекте Авиаторов. Табличка с адресом сразу на двух языках. Жильцы и управдом Заволжского района тесно взаимодействуют. Помощь их была большая, и они нам завозили кусты многолетние, декоративные, хорошие кусты. И палисадники, вот эти ограждения тоже, благодаря им тоже помогали они нам. У первого дома по проезду Доброхотова глаз радуют не только цветники. Зелень украшает стены подъезда. В подъездах этого дома еще пахнет свежей краской. Управдом вот-вот закончит ремонт. Хорошо они работают. Конечно, работы у них много, мы чувствуем, что работы у них много, особенно летний период. Но к нам они хорошо относятся. Когда бы ни обратились, помощь оказывается всегда. Благодаря жителям и управляющей компании почти все дворы Заволжского района украшаются каждое лето. Желание такое, вот любовь к природе. Вот это вот выйдешь, как-то настроение поднимается, сделать хочется красиво. Во дворах тщательно следят за чистотой. Установлены новые современные урны. Стараются дворники. Ксения Рулева, Георгий Колчин, Олег Лушников. День в событиях. Ну а теперь переходим к другим темам. Вандалы или художники? Об этом всегда заходит речь, когда говорим о тех, кто занимается граффити. Сегодня в Ярославле прошел масштабный рейд по настенной живописи. Юлия Михайловичева с подробностями. Город-сказка, город-мечта. Не удивлюсь, если солист популярной группы «Танцы минус» спел эти строки про Ярославль. Благодаря оригинальным красочным рисункам на стенах домов и даже гаражей наш город превращается прям-таки в пряничную провинцию.
От Брагина до Суздалки каменные джунгли все больше обрастают пышными цветочными садами с гуляющими по ним героями фильмов и мультяшными персонажами. Всю эту настенную живопись создали фантазии и мастерство наших ярославских графитчиков или, по-другому, уличных художников. А вот эту сову нарисовал Руслан Адиев. Я еще сам по образованию художник. То есть получается, граффити – это неотъемлемая все равно часть художественного видения и художественного процесса. Вот. И сейчас, к тому же, это немножко переросло более в современное русло, и по мне так, то есть это более вот уже современный, то есть вид искусства граффити, то есть настенная живопись. Местные же к такой настенной живописи относятся по-разному. Кому-то все равно, но большинство приходят в восторг. Очень красиво и очень приятно. Если раньше писали всякие вот каракули, типа вот таких, то теперь очень красиво, и все ходят и радуются. Впрочем, есть и такие рисунки, которые делают город даже неряшливым. Надписи и просто каракули на заборах, гаражах и стенах зданий. Лишь проявление вандализма. И совсем не связано с искусством граффити. Такие художественные волеизъявления власти стараются пресекать. Те художники, которые будут нарушать общие правила благоустройства, которые утверждены у нас в городе, естественно, они будут привлекаться к административной ответственности, и с ними будет проводиться работа, и естественно, мы будем их задерживать. Минимальное наказание, которое могут отделаться вандалы, это штраф в 500 рублей. Тем же, кто старается не испортить, а наоборот оживить серые неприметные постройки, власти идут навстречу. Для всех желающих художников создают необходимые условия, выделяют место для работы и помогают с красками. В этом году в руки мастеров отдают около 25 домов и бытовых объектов. Юлия Михайлович, Валик Лушников. День в событиях. Что ж, ну а теперь переходим к другим темам. ЕРГУ имени Демидова – опорный вуз региона. В этом году такой статус получили всего 8 университетов в России. На программу по развитию выделены федеральные средства. Как изменится университет с присвоением ему нового статуса? Об этом прямо сейчас расскажем. Программа развития ЯРГУ в качестве опорного вуза стартовала еще 2 месяца назад. По словам ректора университета, эта программа позволит не только поднять уровень образования в регионе, но и сосредоточить внимание на реальных нуждах жителей области и реализации социальных проектов. В частности, ряд проектов направлен на развитие в Ярославле зоны ЮНЕСКО и сохранение архитектурных памятников. Социальные проекты университета носят особый характер в этой программе. Не уменьшая, конечно, того, что мы занимаемся высокими технологиями, мы занимаемся партнерством с индустриальными нашими коллегами, развитием инновационного сектора. Социальный спектр наших проектов хорошо поддержан и в том числе в рейтинге фонда «Потанин». Социальные проекты Демидовского университета нацелены на развитие гражданского общества, города, на поддержку талантливой молодежи, в частности в области математики, вычислительной техники, робототехники и физики. Такие проекты – одно из приоритетных направлений программы развития, рассчитанной на 5 лет. Федеральное финансирование существенное – 100 миллионов рублей. Дарья Соболева, «День в событиях». Ну а далее о происшествиях в 76-м регионе, но сначала короткая пауза, дождитесь. Крав-мага. Результативно в спорте, эффективно в жизни. Тренировки для детей и взрослых. Сделай шаг в будущее. Приходи в спортивное Крав-мага. Телефон 333-606. 333-606. Международный Волковский фестиваль. 19 сентября. Рок-драма «Калигула». Режиссер, лауреат «Золотой маски» Борис Мильграм. Полная афиша фестиваля на сайте Первого русского. В Брагине судили почтальона. Девушка завладела посылкой с мобильным телефоном. Вскрыла ее, а смартфон продала за 2000 рублей. На следствие она раскаялась. Активно сотрудничала и возместила ущерб потерпевшему. Кроме того, владелец посылки просил суд закрыть дело. Этот факт был учтен. Дело закрыто. 140 граммов в 33 свертках изъяли полицейские у 17-летнего юноши. Парня поймали на улице Курчатова в Ярославле. Задержанный поведал, наркотики хотел распространять через закладки. Экспертиза определила, в пакетах героин. В отношении юного дилера возбудили уголовное дело. Ну а теперь, дорогие дамы, можете пригласить к экранам своих прекрасных мужчин, потому что время новостей спорта наступает, но сначала небольшой перерыв. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с Первым Ярославским. Современные методы диагностики и реабилитации теперь доступны каждому. Центр спортивной медицины «Локомотив», проспект Фрунзе, 50, телефон 23 14 00.
Мультикосмос. Ярославль. Концертно-зрелищный центр «Миллениум». 27 сентября. 13:00. 16:00. 19:00. Ярославский «Локомотив» одержал вторую домашнюю победу подряд. На льду арены «2000» железнодорожники переиграли одного из лидеров Восточной конференции – Магнитогорский «Металлург». По ходу встречи хозяевам пришлось дважды отыгрываться. В первом случае помогла шайба защитника Дениса Осипова, во втором – нападающего Александра Кадейкина. В итоге соперников рассудил овертайм, где удачливее оказались волжане. Победный гол на счету Дениса Масалева. Эта шайба стала сотой для форварда в КХЛ. 3-2 в пользу «Локомотива». Теперь в пятницу наша команда на своем льду примет хоккеистов челябинского «Трактора». Континентальная хоккейная лига в честь 10-го юбилейного сезона опубликовала список 10 лучших хоккеистов за всю историю существования лиги. В него попали игроки, внесшие наибольший вклад в развитие КХЛ. Нашлось в нем место и для двух воспитанников ярославского хоккея – защитника Ильи Горохова и нападающего Сергея Мазякина. Горохов в прошлом сезоне завершил профессиональную карьеру. Всего за ярославский клуб оборонец провел 19 сезонов, трижды становясь чемпионом России. Также на счету хоккеиста 2 кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Мазякин является действующим капитаном Магнитогорского «Металлурга». На его счету по 2 золота, серебра и бронзы чемпионата мира, 2 кубка Гагарина в составе «Магнитки» и множество иных наград и рекордов. Однако за всю свою карьеру 36-летний нападающий не провел ни одного матча за родной ярославский клуб. «Шинник» сможет снова играть в Ярославле через полтора месяца. Планируется, что поединок 20-го тура первенства ФНЛ против воронежского «Факела» 29 октября черно-синие уже проведут на запасном поле своего родного стадиона. Об этом сегодня в ходе совещания по вопросу реконструкции футбольного поля заявил представитель компании-подрядчика. Напомню, что сейчас «Шинник» вынужден проводить свои домашние матчи в поселке Караваево Костромской области. Волейбольный клуб «Ярославич» провел встречу с болельщиками. После 3-летнего перерыва наша команда вернулась в Суперлигу и в этом сезоне постарается закрепиться в элите отечественного волейбола. Правда, для этого в межсезонье пришлось серьезно перетряхнуть состав. В команду пришло 8 новобранцев. Сегодня их представили ярославским болельщикам. Затем любители волейбола смогли понаблюдать за открытой тренировкой команды. Напомню, стартовый поединок чемпионата ярославичи провели в Казани, где в 3 сетах уступили действующему чемпиону страны «Зениту». Перед своими болельщиками подопечные Виктора Сидельникова сыграют в эту субботу. Поединок против нижневартовской «Югры» «Самотлор» первый ярославский покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 18 часов. Надо выигрывать нам, у нас нет другого выбора, как бы это прямой конкурент, я считаю, что это как одно матч разыгрывается 6 очков. В принципе, у нас все шансы, я думаю, есть. Там у них тоже достаточно молодая команда, и не сказать, что самая опытная. Что ж, вот таким был этот четверг в 76-м регионе. Впереди главные кадры этого дня и прогноз погоды. У меня пока еще на этом не все. Я хочу вам напомнить, что сегодня мы работали на высоте птичьего полета в Заволжском районе Ярославля на крыше 7-го корпуса Ярославского государственного университета имени Демидова. Демидовский лицей РГУ приглашает на курсы довузовской подготовки, мастер-классы, конкурсы проектов, олимпиады для школьников. Информация на официальном сайте ЯРГУ. Хорошего вечера. ЯРГУ – опорный вуз региона, успешно реализует инновационные научно-технические и социальные проекты. Программа развития вуза получила в этом году федеральное финансирование. Здравствуйте. Начиная с западных районов, регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет разрозненные массивы облаков и скоротечные дожди ливневого характера. Подробнее о погоде на завтра через короткую паузу. Ярославль – жемчужина Золотого кольца. Это надо видеть и видеть без проблем. Офтальмологический центр «Идеал» предлагает гостям города лазерную коррекцию зрения с персональным сопровождением и скидками в гостинице. «Идеал» – качество, доступное в цене. 72 12 18. С 1 июля по 31 декабря в «Радуге звуков» скидки до 30% на ряд аппаратов. Телефон в Ярославле 72 07 26.
14 по 19 сентября впервые православная выставка-ярмарка в Рыбинске. Чтимые иконы из храмов и монастырей со всех уголков России, продукция монастырских хозяйств, святыни выставки-ярмарки, икону освятителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, мобильный павильон у Дворца спорта «Полет», Волжская набережная, дом 40. Высшая лига. Отличный выбор, честные цены. Стейк форели свежемороженый 599 рублей за килограмм. С 14 по 17 сентября в магазинах «Высшая лига» и «Лига Гранд». В пятницу солнце будет редко показываться из-за облаков, а к вечеру ожидается сильный дождь. Температура составит 19 градусов. В Рыбинске 15 сентября малооблачно и дождь. Столбик термометра остановится напротив отметки 17 градусов. На юге области, в Ростове и Переславле, малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 71%.